Вот еще раз привет, друзья. Не знаю, о чем я думал, у меня двое детей. Нахрена я сюда пришел? Непонятно. Мы шли к какому-то бабе на шикуру. Короче, нам пихнули какого-то левого, потому что в оригинале баба находился где-то там выше. Видать, наша вера была не настолько крепка, чтобы идти дальше. Поэтому мы возвращаемся домой, пока солнце не село, пока не начался прилив, чтобы с этой бухты выйти можно было. В общем, наверное, это очень интересно, скорее всего. Вот, давайте вот так сделаю. Но, честно говоря, немного жутковато здесь лазить, потому что уже и темнеет, и, короче, я вспомнил всю флору и фауну книги Маугли, и как-то хочется быстрее выйти к людям туда. Вот. Ну а так, в принципе, как бы этот, кроме собственного мозга, ничего, в принципе, страх не навевает. А так, конечно, немного жутковато. Как он здесь лазил, этот Маугли, вместе с Тарзаном, фиг его знает. Но ощущения достаточно такие прикольные. Вот, мы здесь встретили собаку, она нас сопровождала немного. Вот. Так что, в принципе, пойдет. Народу ходит очень много, потому что тропа здесь нескончаемая. Прям вытоптана посреди джунглей. Вот, и люди отовсюду выходят. Это радует. Звуки барабанов доносятся. Тоже очень. Видите, еще там разговаривают. Приятно в джунглях слышать русскую речь. У нас поеди, короче. Или... Да. Казахи еще поели, сплавляются. Поели, сплавляются казахи. Очень много здесь народу всякого. Вы там идете? Короче, там просто сидит мужик и курит траву. И все, все курят вокруг него, пьют чай. В общем, за это сколько-то они там платят. С продажи гашиша зарабатывают чуть-чуть. Вот. Собака валяется. Здесь вообще очень интересно. Энергетика, они все спят. Нам же направо, да? Они здесь все спят, никто не хочет работать, даже животные ленивые. И, откровенно говоря, здесь, когда находишься, здесь вообще ничего не охота делать. Возможно, это не из-за их нрава, а из-за самой атмосферы этой. Здесь просто как-то штырит аккуратно. И этот. Вот. Обзоры там про Индию. Насгружаю. Видео, обзоры, фотографии, Facebook, YouTube, в общем, смотрите. Будет обрывками, кусками, они не монтированы, просто вот так с колена все снято на телефон. Так что, в общем, реалии без прикрас, так как они есть, увидите. Смотрите. Интересные здесь, конечно, деревья всякие разные у нас. Столько нету, не так много растительности, не так богато. Чувак сидит. Что-то, в общем, там делают тоже.
Здесь вообще еще есть какие-то чуваки, они мажутся глиной. И здесь где-то сидят, вот, медитируют. Сейчас вот там девушка сидела, не стал ее снимать, потому что, чтобы не выкладывать человека в соцсети, которые не знают. А так прикольно, все здесь кривое какое-то, все эти лианы какие-то. Кажется, мы уже очень близко к людям. Слышно голоса там людей. Сейчас хочу показать вот этот вот выход, когда из джунглей туда в люди. Вон там уже идут. Везде наши ходят. Все-таки слышно только русскую речь. Здесь... Что здесь такое? Не знаю, что написано, читайте сами. Камень интересный, смотрите, фактура какая. Похоже, да, на что-то, на оригинальные джунгли. Вот. Сегодня насмотрелись таких красивых мест. Все, кажется, уже пришли. Смотрите, там как ништяк. Как духу хватило сюда залезть. До сих пор не знаю. Ну, в общем, поддался массовой истерии или желанию попасть сюда. Весь день мы хотели сюда залезть. В общем, так, собаки. Этот пес нас сопровождал туда. И вот все, люди. Это море. Вот такое наше паломничество оказалось. Так что, кто захочет с нами еще приехать сюда и вообще с нами путешествовать. В общем, поехали. С нами интересно, даже где не интересно. Но, честно говоря, Индия мне очень нравится. Очень хорошая страна. Мягкая, добрая. В общем, меня вообще удивляет, как люди могут в такой красоте работать, где они берут силы. В общем, такие дела. А вот здесь вот тоже еще одна гавань. Да. Там лежаки, вот люди лежат. Здесь море. Смотрите, как красиво.
Вот такая у нас Индия получилась. Надеюсь, мои обзоры вам понравятся. Кому нравится, ставьте пальчики вверх. В общем, смотрите, подписывайтесь на мой канал. Рад вас всех видеть. Приходите еще.